Buon pomeriggio a tutti, cari amici, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, гости канала. С утра еще хотела выйти на улицу и сходить в дальний магазин, но что-то меня держало. Когда я собралась, пошел дождик. Так что сейчас мы будем идти с вами, и вы со мной тоже будете мокнуть под весенним дождем. Улица, по которой я сейчас иду, Фили де Дио Додиче, братья Бога 12. Иду по направлению к старому парку. Вот дорогу я уже показывала, какая у нас тут. Сейчас я развернусь, и вы посмотрите. Вот, мои дорогие. Вот такая у нас прекрасная дорога. Дождь еще не заполнил эти ямы, поэтому пройти тут сегодня еще возможно. Вот, как говорится, танки грязи не боятся. Настроение прекрасное. Ой, итальянцы уже так прямо, я смотрю, активные. Еще не дождались открытия границ карантина. О, усилился дождь. А уже гуляют вовсю. Вот, мои дорогие. Вот такие препятствия приходится иногда преодолевать. Эх, дорожка фронтовая. И не страшна нам бомбежка любая. А помирать нам рановато. И есть у нас еще дома дела. Ха-ха-ха. Вот такая песенка. Кто помнит, с какого фильма? Так. Вот наш парк. Боже, как розы расцвели! Красота! Ой! Ой, красота какая! Сейчас я засниму поближе. У нас ливень! Красота какая, посмотрите! Ой, красота! Дождь какой! Ой, какой дождь! Посмотрите! О, божественно! Божественно! Ой, какая красота! Ой! Это надо обязательно запечатлеть, потому что это все мы увидим. Ровно через год, с новой весной, дорогие мои. Потому что розы отцветут, а момент этот мы запомним на всю жизнь. Это что-то невероятное. Вот. Красота. Я просто балдею от таких моментов. Эмоции, которые мы испытываем в этот момент, дают нам обмен энергией с природой. Учитесь, друзья мои, радоваться жизни. Ну, это как перина из роз, посмотрите. Это как перина из роз. Обалдеть просто. От моего крика дождь испугался. Посмотрите. Красота. Ой, красота какая. Супер. Какой-то невероятный день. Кто-то подумает, наверное, что я сумасшедшая. Стою под дождем и пью этот дождь. Он капает в рот мне с этих лепестков роз. Да вот такая я. Вот такая я. Красота.
Вот она. Я не хочу отсюда уходить. Вот прям тут вообще энергетика бешеная. Но нужно идти дальше, дорогие мои. Я, наверное, не сказала, иду в один из магазинов сети Carrefour. Хочу купить продукты итальянские с собой в дорогу, которых нет в Евроспине. Вот, дорогие мои. Ой, сейчас я разверну камеру, и вы посмотрите, что я реально в лесу. Парк настолько распустился, дорогие мои. Огромное количество кислорода, прям дышится легко. Деревья волшебные. Признавайтесь, кто из моих подписчиков еще любит гулять под дождем? Кто такой же сумасшедший, как я? Никакие трудности, никакие препятствия нас не пугают. Мы просто наслаждаемся жизнью и живем. Вот. Клен, осина, ясень. Так, красный я не знаю. Ну, в принципе, деревья нашей полосы. Так, вот, дорогие мои. Вот сейчас я туда выйду из парка и пойду в направлении магазина. Но это вот белые каштаны, а красные надо поближе подойти, посмотреть, что это такое цветет. Башня бьет где-то, католическая. Вот. Ну что, мои дорогие, пока отключаюсь. Сейчас дорогу перейду и там подключусь заново. Вот как тут цветут каштаны. Какие тут крупные соцветия. А вот рядышком я не знаю, что это. Что так цветет? Издалека вроде листья похожи на липу, но нет, это продолговатые листья, потому что дождь идет, я из-под зонтика не увидела. Вот видите, какие соцветия. Кто знает, пишите под видео. Ну а я иду дальше. Вот здесь у нас такая площадка. Сюда обычно приезжают аттракционы. Цирк останавливается. Вот такая вот огромная. Вот это школа. Одна из школ. Как я уже говорила, в Италии, как и в других странах Европы, трехуровневое образование. Малышки отдельно, подростки и старшеклассники. Вот, мои дорогие, иду вон туда. Где вот эта высотка? Во, выбрала я погодку. Камера мокнет. Друзья мои. Отключаюсь. Вот еще какое-то дерево. Не знаю, как называется, но это все средиземноморское. У нас такое не произрастает. Вот, везде цветущие кусты.
Обратите внимание, как здесь в высотных зданиях установлены балконы на выносе. То есть металлоконструкция не так, как у нас балконы встроены в стены зданий, а вот именно балконы лежат на таких сваях, я не знаю, как это профессионально назвать, каким термином. Вот. Собачками гуляют. Вот. Вот такой у меня путь. Дальний. Вот какой тут кустик. Посмотрите, какими красками нас одаривает природа. Там еще розочка. Ну, в общем, вон, видите, Carrefour. В конец этого здания иду я.